Всем привет, друзья! Перед началом данного ролика хочу порекомендовать вам канал просто прикольного челика, хорошего человека, который играет в PUBG, играет в Дотку, играет в CS. В общем, такой своеобразный контент у него. А самое интересное, знаете что? Он делает челленджи в Доте, за которые платит деньги. Рили. Если вы выиграете, он переводит бабки. Ребят, это прикольно. Давайте же поддержим его, подпишемся на его канал и начнем новое видео по Дотке. Что ж, ребят, доброго времени суток и начнем, пожалуй, самые интересные вопросы. Что такое РДТБ и что такое АБ? Итак, ребят, начнем разговаривать об АБ. Что такое АБ, сейчас вы увидите у себя на экране. Досконально я это не буду объяснять, я это уже объяснял много раз. Я не знаю, почему так сложно это запомнить. Постоянно одни и те же вопросы. АБ, все просто. Автобан. Ребят, на самом деле АБ это миф. Миф? А почему миф, вы скажете? Ну, типа, потому что просто АБ не существует. Реально, вот. АБ придумали те, кто не могут контролить нормально персонажа. Того же Мипо, того же Сларка, того же Фантома. Просто люди не умеют против этих героев играть, и поэтому пишут АБ, а пикер и тому подобное. Просто сами понимаете, почему, да? Единственный минус того, что если вы взяли якобы АБ персонажа, то вы можете просто не зайти в эту игру, потому что, да вы просто на изи выиграете. Перечислим АБ. Начнем с самого простого. Просто перечисление этих АБов. Ну, так называемых АБ. Виномансер. Быстро пушит, много наносит урона. Баратрум. Очень мобильный персонаж, который может в любой момент гангануть. Хускар. Хускар, который может жестко засноуболиться в течение 15 минут от старта и покупки армлета. Омник. Омник — это вообще отдельный вопрос. Это репел, это БКБ 12-секундная хил, замедление. Можно играть как в коре, так и просто бегать, саппортить. Ну, по-моему, в коре он самый жесткий, я не знаю. Ну, хотя хил чистым уроном очень сильно заходит. Очень. Абадон. Абадон, ну, я думаю, больше в нормальных играх он будет бегать как саппорт. Просто бегать как саппорт, раскидывать щиты, кидать дримкоил. Ой, дримкоил. Дескойл, это дескойл, и просто унижать. Чен. Чен на самом деле сомнительный АБ. Ничего на себе Чен сам по себе не представляет. Знаете, в чем заключается его АБ? В покупке Аганима и переманивании Эншентов. Но не сам тот факт, что он переманил Эншента, значит это АБ. Факт в том, то, что когда три жестких Эншента идут ломать сторону, и ты пытаешься со всех сил убить этих Эншентов, и он нажимает одну единственную кнопочку. Понимаете, у Эншта 2к хп. И он нажимает одну кнопку и просто выхиливает эти 2 хп и не дает их убить. Вот именно это и заключается чисто его АБ. Окей, погнали дальше. Что такое Виверна? Виверна — это тоже отдельный вопрос. Это хил хороший, это очень сильный дэмэдж со второго. Первый вообще отдельный вопрос. Просто там миллионы рейнджа просто идти убивать. Ультимейт. Ультимейт — самый главный вопрос. Просто ставится в область и дизейблит. Просто на 3 секунды никто ничего не может делать. Причем еще и бьют своего союзника. Ну, типа, это такое. Вайпер. Один из самых неприятных из персонажей на мидлейне. Он может просто задрачивать. Просто. Крипы не агрятся, он просто задрачивает. В общем, очень противный герой, который также имеет очень сильную выжимаемость. Визаж. Ну, визаж тоже отдельная тема, на самом деле. В некоторых играх он АБ, в некоторых не АБ. Но АБ, естественно, он из-за плотности, который дает нам третий, и ультимейта. Это, соответственно. Бруда, Бруда. Один из самых сильных пушеров. Просто. Делаешь паучков по КД на линии и просто унижаешь всю карту. Просто стоишь под тавером, стоишь под Т2, на пятой минуте падает Т. На 8-й минуте падает Т, и на 12-й она уже у тебя на хайграунде просто убивает бараки. Бывает, 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 ребят. Дальше погнали. Тренд. Что такое тренд, спросите вы? О нет. Самый бесячий спел в доте, наверное. Это Living Armor. При его прокачке просто кидаешь по КД на союзника. Мало того, что хилит, так еще и блокирует как-то непонятно. Может Лин и ульт просто заблочить там, ну, просто почти... На фул, там 70% урона он, блядь, заблочит с ультимейта. Я хз. Окей. Почему Питлорд? Почему он АБ, ребят? Посмотрите, что это. Уменьшает урон на 42%. Минус кик АФК. Понимаю.
Окей. Продолжаем. Уменьшает урон врагов на 42%. Вы представляете, что это? Представьте, за вас Венга. Венга умирает от мартредочки, и на мартредочку вешается баф минус урона. Все мы знаем, что от Венги бафается баф, если мы ее убиваем, на минус урон. Противоположный ее прокачке уровня этого спелла. Так вот, 42 плюс, сейчас скипнемся, посмотрим, сколько там идет. Продолжаем. 42 плюс 36, итого 40, 50, 60, 70. 78, правильно, я правильно посчитал? 78 получается. 78% урона базового, ребят, базового. В доте все работает именно по базовому урону. То есть 78% просто в никуда. Мортра начинает щекотать. Это ладно. Но как он фармит? Он фармит очень быстро. Посмотрите, 70 урона просто за волну. 6 волн. Просто 400 урона на крипов сваливает. Плюс додочка вешается на 20 секунд. Ой, на 20 урона в секунду. И это довольно-таки неплохо. Ну и рут. Ну, рут на самом деле не такой опасный спелл. Но и ультимейт тоже неплохая тема на самом деле. Просто очень делает мобильно команду. Пятером куда-то прыгать и тому подобное. Каолин. Каолина многие не любят из-за ультимейта и его передвижения. Ну и в общем сам по себе персонаж такой себе неприятный. Неприятный, ребят. Может закатиться с орбов веном, разломать тебе лицо, ну зароумить, так сказать, игру и выиграть. Окей. Самый прикольный персонаж, я думаю, который может как и надрать лицо, так и засейвить лицо. Понимаете, да? Ультимейт царский. Раньше он давал еще и инвиз. То есть это вообще, ну я не знаю как. По-моему, 83-й он еще дает инвиз, 85-й он уже инвиз не дает. Я на этом персонаже вообще не играю. Играл только во второй доте. Потому что на то есть свои объяснения. Но в первой доте мне, если честно, не сильно он заходил. Пару раз играл буквально через Майлшторм там. Туда-сюда. И 360 урона там каждые 3 секунды. Это прикольно, это прикольно. Да. Ну, второй, со вторым спеллом, вы помните приколюхи? Первый просто диспелит, замедляет, ну, не замедляет, а рутит. Диспелит и рутит. Окей. Один из самых неприятных персонажей из АБ это Зет. Зет, почему, спросите вы, Зет? Это же прикольно. У него прикольный ультимейт. А ничего, что каждые 55 секунд он может юзать некров, он может юзать мидас. Просто ты создаешь свою копию, юзаешь все, что у тебя в инвентаре. Причем такой же дэмэдж он наносит. Абсолютно идентичная иллюзия. Очень мощная. И добавок к этому. Посмотрите, второй спелл какой. 100% уклонение. Есть у кого-нибудь такие спеллы? Да, я думаю, таких спеллов мало. Ну и первый, самый прикольный на самом деле. Просто если рядом никого нету, очень жесткое замедление и неплохой ДПС. Ну а третий это отдельный вопрос. Тут можно по таварам настакать и какого-нибудь дурацкого мидера убивать. Это легко, в принципе. Сларк. Я думаю, Сларк на 6 уровне более чем неприятный персонаж. Это герой, который может драться и возвращаться в драку просто молниеносно. Ты подрался, у тебя нет ХП. Ты отбежал, у тебя 7% регенерации. Плюс 40% скорость передвижения. Представьте, ночь, идет файт. Сларк получает по щам. Забегает в ультимейт. Раздал немножко всем по лицам. Такой думает, блин, что-то по ХП просел. Забегает в лес. И через 4 секунды, буквально, через 4 секунды, он уже почти фуловый. И возвращается обратно и начинает драться. Ну, такой неприятный персонаж. SN Shift тоже неприятный спелл. Ну, паунс в окно, туда-сюда, там, даркпак, да и все тому подобное. Ребят, это я не буду это объяснять. Вы прекрасно знаете, что такое Сларк, как он гангает и тому подобное. Окей, Меппа. Я ненавижу этого героя. Просто. Этот герой в контроле, в принципе, не сложный. Есть ребята, которые им задрачивают. Мои бинды же не позволяют играть мне на данном персонаже. Что мы видим с этого персонажа? Сеточки, там... Пуфчик, лопаткой по лицу. Ну и самое жесткое, это его ультимейт. Три геомансера и 20% респауна быстрее. Если вас убивают,
ты решаешься на 20% быстрее. Как это понимать? Вот, а насчет байбека я точно не помню. У Мипо есть такой прикол, что даже если тебя, по-моему, после байбека убивают, то он кдэшится, ну, кдэшится он по-любому меньше. Но какой-то, я помню, был прикол, что типа Мипо вообще был без байбека. То есть, ну, вы понимаете, то есть его убили, он опять реснулся, убили, опять реснулся. То есть ему плевать на байбек. То есть как это говно контрить в лейте, если ребята играют на нем как профессионалы, бегают по всей карте всеми пятью персонажами. Ну, короче, я не хочу это объяснять, ребят, вы прекрасно знаете, что такое Мипо. Мипо, я вот, не знаю, считаю, что Мипо самый неприятный из этих всех в лейте. То есть он очень жестко ломает. Он, если Мипо попадается рукастый, он будет просто летать по всей карте и просто овнить всех. Никуда не денешься. Просто эти этериалы, просто эти постоянные этериалы в лицо, там, и миллион дэмэджа, миллион пуфов, это жесть, ребят. Ну и последний будет у нас Phantom Lancer. Phantom Lancer? Почему Phantom Lancer? Потому что Phantom Lancer. Все просто. Все просто, ребят. Ультимейдж, это много иллюзий. Третий спел набег, можно сказать так, набег, просто набег монголо-татарских игр. И побежали, все. Второй просто создается иллюзии, репозиционирует всех иллюзий. Ну а первый просто все просто. Просто все просто, вы поняли. Фантом тоже такой персонаж, которого, ну, собери Володьку и просто души, добивай эти товара, иди по низу. Просто тоже очень хорошо пушит. Очень неприятный персонаж в лейте. 101 ловкость, заметьте. 14 своего армора. Это очень хороший показатель для кора. Но хпшки маловато, конечно, маловато, но не суть. С появлением дефьюзела этот персонаж так бесит. Это жесть, просто смотрите, 10 иллюзий. Плюс с манты 2. Плюс с вот этого спелла 1 иллюзия и еще 1 иллюзия. Итого получается 1, 2, 12, 14 и фантом будет 15-й. Представьте, тут сейчас 15 фантомов стоит. Что с ними делать? Что с ними делать? Как их убивать? Скажете вы, то там мартретка изи с бафе там законтрит. Окей, у него 4к хп. Какая мартретка? У него радиенс, у него скади, у него диффуза, у него сатаники, у него всякие там сапоги, транквилы. Что с ним делать? То есть, ну, на самом деле, законтрить это все можно, ребят. А Б это обусловлено. На самом деле, между игроками, пул персонажей обусловленный, который нельзя брать. Почему нельзя брать, скажете вы? Да потому что не умеют их контрить. Все просто. Не умеют их контрить. Против них неприятно играть, против этих персонажей. И хотят навести баланс. Баланс в доте. А в доте баланса нет. Ну, на самом деле, может, это и как бы и верно, что не берут этих персонажей. Потому что есть моменты, как бы именно дота, ребят, в доте есть моменты, которые могут влиять на победу. То есть Z, представьте, 6-слотовый Z просто ломает вам трон, он по КД летит. Ну, это по сути невозможно контрить, это дисбаланс. Есть тоже дисбалансы доты, просто дисбалансы. И поэтому этих дисбалансов боятся и пытаются избегать. Если вы возьмете АБ, что вы можете получить? Да вы можете получить бан на хосте просто и все, и туда больше не зайти. И все. В принципе, все. Но зато плюс ПТС-ки, ребят, решать вам. Сделал вот такой небольшой обзорчик на этих персонажей. О, кто-то у нас там спрятался такой маленький. Минер. А вы знаете, что Минер тоже очень неприятный персонаж? А вы когда-нибудь задумались, что на РДТБ нету Минера? А почему, спросите вы? Да я сам не знаю. Просто решил этот факт просто вставить, я не знаю. Почему-то минера нету на РДТБ. А что такое РДТБ? А сейчас я вам расскажу. Поехали. Что такое РД, спросите вы? Смотрите, Random Draft. Я пикаю первый. Да ладно! В общем, ребят, все просто в РДТБ. Сколько у нас тут персонажей? Давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24. 24 персонажа. О, ясно. А пикер бан.
Окей, ребят, 24 персонажа. Спрашивайте постоянно, почему ты играешь РДТБ? Почему топ ТБшки это РДТБ? Зачем вы играете РДТБ? Вы дауны. Ребят, посмотрите на эти, просто на этих персонажей. На этих персонажей посмотрите. Как вы думаете, кого нужно брать фирст пиком? То есть в РДТБ фишка такая. РДТБ это как шахматы. Ты делаешь ход, и исходя из хода противника, ты должен что-то ему сопоставить. Фирст пиком самый полезный персонаж тут может быть зомби. Я думаю, зомби стоит взять будет. Зомби или БТР. Часто могли бы взять Верта. Просто собрав из вот этого пула что-то очень полезное и сочетаемое между собой. То есть, допустим, берется зомби, Феникса туда, Лишрака, типа, ну, Верта, ну, это, конечно, да, и БТРа куда-нибудь. То есть, ну, кто, а кто там будет саппортить? Да, блин, не знаю, просто берутся самые полезные персонажи. Знаете, как было даже? Очень много раз мы выигрывали в топ РДТБ, даже когда у нас Свен был в пятерке. В четверке у нас был какой-нибудь Джиггернаут. То есть вы представляете, Джиггернаут с вардами. Бред? Конечно, бред. Понимаете, есть несколько факторов. Если лайнинговые персонажи очень сильные, то как бы разницы нету, кто саппортит. У Свена есть стан? Есть. Он может выйти, хорошо гангануть. Джаггер. Джаггер также может сапогом нанести с в своей куртилке, выйти. Очень много дэмэдж. Окей. То есть скажете, бред, наверное, да? Но я просто говорю это на опыте. Как я это видел, как я это знаю. В общем, ребят, РДТБ это просто такая тема, что нужно брать полезных персонажей. Полезных. Именно полезных, а не то, что захочу. Не то, что захочу. Вы увидели? Ага, пул, зомби. Беру зомби. Зомби, знаете, что это? Зомби, это ставится томба. Она максится. На 7-м левеле у нас есть томба, которая позволяет сносить все товара. Просто. Томба же не сносит товара, дно. Ты ставишь томбу, твои противники начинают убегать. Просто. Они бегут. Они боятся зомби. Они боятся зомбиков. И все. Ты просто зонишь. Зонишь. Дикей отдельная тема. Soul Reap тоже отдельная тема. Ультимейт зомби это вообще имба. То есть я не знаю, ребят, доходчиво ли я объяснил, что такое РДТБ и почему ее играют. РДТБ играют тупо потому, что там есть какой-то баланс. Можно брать красивые пики, не точеные, нет, обычные пики, красивые, и исходя из них делать свои ПТС и делать игру. Что ж, а на этом я закончу. Ребят, кому зашел ролик, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Для меня это мотивация на новые ролики. Понимаете, да? Больше лайков, больше подписок, больше таких видео. Но видео будут просто качественнее идти. Ребят, следующие видео будут по фишкам. Ну что ж, ребят, на этом все. Спасибо всем. Давайте, не болейте. Всем удачи. Да-да-да, и Тини тоже АБ. И не спрашивайте почему. И не потому, что он растет. И не потому, что у него черные глаза. Самые прекрасные.